Приходит к себе вот этот вот товарищ. Угу. Такой это говорит, вот... а ну-ка, Лариска, наручники. Ага, ничего так, он так не умеет. А ты так красиво умеешь. А так, знаешь, душа в пятке, да? Я Лариса Гузеева, это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Екатерина, Анна и Мила. А жених у нас Илья. Здравствуйте. Добрый вечер. Проходите. Добрый вечер. Илья. 42 года. Каждый раз после интимной близости его возлюбленная плакала и впадала в уныние. Когда понял, что ничем не может ей помочь, предпочел расстаться. Илья 20 лет занимался бизнесом в Америке. 1,5 года назад открыл антикризисную компанию в России. Признается, что соскучился по какао в зеленой упаковке и дарницкому хлебу. Илью не заинтересует убежденная вегетарианка с низким уровнем интеллекта. Женится на обладательнице голубых глаз, темных волос и собственного бизнеса, который не будет донимать его лишними вопросами и разделит с ним интерес к искусству и латиноамериканским танцам. Вы дистанционно управляли бизнесом в Америке в течение 20 лет или там жили? Я жил в Америке в течение 20 лет. Ага, а как вы там оказались? Принимал участие в международном конкурсе по фортепиано в Варшаве имени Фредерика Шопена. Познакомился с профессором, который предложил полную стипендию и проживание в американском университете. Предложение было очень заманчивое, и я согласился. Очень интересный, вот несмотря на то, что озвучили уже возраст, а довольно-таки молодо выглядит. А когда вы вернулись в Россию? В Россию я вернулся 1,5 года назад. Что-то случилось? Да, заболел тяжело отец. Угу. Вот, ему сделали несколько курсов химиотерапии. Ой, Боже, примите наши огорчения. Скажите, как вам вот... Ну, наверное, приезжали все-таки сюда. Не было такого, чтобы 20 лет вы не приезжали к родственникам. Я не приезжал примерно 18 лет. Да что вы говорите? Да. А как родители? Как? Ну, наверное, они к вам ездили, да? Они иногда ездили. Кроме того, у нас был такой интересный план. Мы встречались на третьей территории. Мы ездили в Польшу, например, в Чехию. Вроде интересный молодой человек. И как вам Москва? Вот вы приехали через 18 лет. Другая страна, все другое. Москва изменилась значительно к лучшему. И приняла меня, по крайней мере, с распростертыми объятиями. В Москве столько замечательных вещей, столько замечательных уголков для меня, к которым я привык, в которых я вырос. Скажите, а вы вернулись навсегда или на время? Я вернулся навсегда. Я все бросил и переехал обратно. У меня нет никаких на данный момент планов возвращаться обратно. Странно, почему он решил остаться. Вот в чем вопрос. Я услышала в профайле про... странное поведение вашей девушки во время интимных каких-то ваших там перформансов. И даже стесняюсь спросить, Первый канал все-таки, но не спросить не могу. А она плакала от восторга после того, как любовь у вас заканчивалась ночная, или от разочарования? Но здесь вопрос главный в том, что вот эта разница культурная между российскими женщинами и американками, она гигантская. Я советую всем моим знакомым, друзьям, которые живут за границей и которые не смогли найти семейное счастье, вернуться в Россию и знакомиться с российскими женщинами. Это правильно, это вы правильно. Так давайте вернемся все-таки к вашей плаксе. Да, у меня было несколько неудачных опытов общения в Соединенных Штатах. Вот один из опытов, например, это отношения с достаточно религиозной женщиной, для которой ее отношения с Богом были более важные, чем отношения со мной. То есть отношения... А она была девственницей? Нет, на самом деле у нее были отношения до этого, она была замужем. Ага. Вот, она была в разводе из достаточно веских причин, это была семейная, это была измена супружеская. Угу. Вот. И тем не менее, несмотря на то, что у нее был плохой опыт, для нее была религия, это самое важное. Нет, ему нужно немножко... женщина, чтобы она его встряхнула, раскрыла, да, он слишком закрыт, да, слишком скован. А зачем же вы ее так мучили? Я был влюблен. Ну хорошо, а она как вот, ну, плакала это она потом, А все остальное, вот это она жгла ночью, чисто по-человечески или как-то тоже вот... Это менталитет, который не позволял ей наслаждаться моментом, который не позволял ей действительно вступить в серьезные отношения. Все строго было, прямо вот так, да. Как грустно. И поэтому каждое нарушение религиозных обетов, каждое нарушение вот этих правил было для нее трагедией. Да, а вам-то каково было... Вот... Для меня это тоже была трагедия, потому что я глубоко уважаю религиозных людей и не смеюсь ни на какой религии. И я нет, спаси Бог. Да вы что? Ларис, это намек был просто с ее стороны, чтобы он женился. Она ему показывала, вот ты на меня женишься, я перестану рыдать. И буду хохотать, да. Видимо, все-таки вот русские корни, они дают о себе знать, и, может быть, поэтому не срослось. Да. А за что любили? Ну, это был невероятный, это и есть невероятный человек. Она была очень душевная, она очень много делала для общества, она была добрая. То есть она очень много проводила времени в помощи, скажем, бедным. Я просто не мог свыкнуться с тем, что все идет по правилам, и что наши отношения, и что наша любовь не была на первом плане. А на первом плане были именно религиозные правила, которые постоянно нарушались в той или иной мере. Но скажите, это не было... а в планах ваших был на ней жениться? Да. Поскольку у меня тоже был неудачный опыт замужних отношений, то я хотел пожить вместе, я хотел, как сказать, попробовать. Я так понял, что поскольку у нее был неудачный опыт тоже, то это была совершенно разумная вещь. Она была красивая? Да, чрезвычайно красивая женщина. А очень. Вы уже были женаты, да? Да. То есть, а дети у вас? У меня нет детей. Так я думала, вы вообще... А хотите? Да? Да, в идеале 3 детей. И кто же его до 40 рожать? Детей. 3 детей хочет. Секс-то был у вас с нашими россиянками? Да, все было. Мы не плачем. Да, не рыдаем. Не, ну если только она в процессе не будет что-нибудь вымогать к Новому году в слезах, понимаешь? Купи, ладно. Купи мне. Шубу, да. Ну, ты всех российских девушек сейчас прям вымогательницами представила. Я себя к Новому году. Я тоже. Вот сейчас, но меня просить не у кого. Попросил меня. Сама дай, да ладно. Ходите ли вы в клубы? Где вообще предпочитаете знакомиться? В России столько много, в Москве особенно, столько много культурных традиций, мест, где можно познакомиться с женщинами. Это замечательные театры, куда я люблю ходить, это концерты, это образовательные консерватории, где у меня работает мама. Так что, вот. Кроме того, я увлекаюсь латиноамериканскими танцами. И это, конечно, замечательный способ. Посмотрите, Илья, для одних мужчин сексуальный психотип – это продавщица галантерейной лавки, гидроперидная блондинка. Для другого – ученая дама в тяжелых роговых очках. Кому-то нравятся, я не знаю, безбашенные такие Кармен. А вам, вот ваш тип женский? Поскольку у меня опыт жизни в разных странах, то у меня очень много разных интересов. Меня интересует бизнес, меня интересует наука, меня интересует музыка. Я с самого детства ей занимался, поэтому вот этот круг... То есть вам нужна девушка из хорошей семьи, которая родит вам детей, да? Вашей маме она обязательно должна понравиться, или вы уже большой мальчик? Я уже большой мальчик. Хорошо, то есть... Мама позволит. Главное... Да. Ну, понятно. Если она будет привязана к России, ну, бизнес или работа, или учеба... Замечательно. Это замечательно. Будем ездить в отпуск или будем ездить в отпуск по России. Не вопрос, не проблема. Ну, только интересно, чем он занимается, да? Насколько это совместимо. Да. Ну, в любом случае. Юриспруденция в любых сферах совместима со всеми сферами бизнеса. По крайней мере, юридическое сопровождение бизнеса. Илья, у вас будет отдельный кошелек с женой? Нет, у нас, может быть, соединится еще. Кто будет решать, кто будет принимать решения в семье? Я. Очень хорошо, правильно, это уже нам подходит. Понятно. Чего будет недозволено в вашей семье женщине? Вот недозволено будет, если женщина каждые выходные будет заниматься домашней работой, заниматься стиркой, заниматься готовкой, заниматься глажкой. Вот это будет недозволено. У вас доход какой-то? Я готова в евро рассматривать. Я быстренько сейчас посчитаю. Да, сколько у вас в месяц? Просто прям как налоговая инспекция. Да, а у меня вон девчонки. Сейчас уши развесишь, ничего делать не надо. У тебя какой? Шубки это. Скажи ты первое. У меня, сейчас скажу. Быстро, говорит, два на ум пошло. Я без калькулятора. Но у меня хватает. Очень интересный вопрос. Нужно, нужно прислушаться. Да. А то он говорит сейчас, обещает золото, богатство, горы. А сейчас скажет, доход-то у него тю-тю. Мне бы не хотелось связать свои отношения с женщиной, которая слишком была бы озабочена материальными вещами. Потому что все, что я построила, все, что я пытаюсь построить в жизни, как показывает опыт, как и здесь, так и в Америке, у многих как успешных и неуспешных бизнесменов, это все может раствориться в любой момент. Я бы не хотела, наверное, быть супербогатой, потому что, ну, нужен именно достаток, самое необходимое. Слушай, тебе, и чуть больше самого необходимого. Тебе, да? Во-первых, в первую очередь нужно плечо мужское, вот и все. Илья, у вас есть какое-нибудь сокровенное желание, которое сделает вас счастливым в новом году? Я бы хотел, чтобы выздоровел мой отец. А давайте все пожелаем просто. Как зовут папу? Леонид. Леонид, вы, конечно, смотрите эту программу от чистого сердца, вот правда. Выздоравливайте, пожалуйста, выздоравливайте. Спасибо. Ну вот взяла мне и всю мою правду закрыла. И как я теперь буду отсоветовать? А? Ну теперь, конечно, советовать буду. Ну ладно уж, все-таки праздник, Новый год, как говорится. Буду вам хорошую детородную, чтобы детишки были. Ну следить я за вами буду, это однозначно. Чтобы не какие-то там... Чтобы обещали шубу купить, значит, купите. Вот, отлично. То есть, в общем, она его за язык притянула. Мужчина должен отвечать за свои, конечно, слова, да. Слова и... Конечно. В вашем гороскопе все женские планеты расположены в стихии Земли. Это значит, что вам действительно нужна классическая семья, в хорошем представлении, где жена играет вторую скрипку, не подкидывает мужу неправильных сюрпризов. Если подкидывает, то сюрпризы только приятные. Вам не нужна истеричка. И самое важное, пожалуй, качество женщины, она должна быть надежная. Вот если убрать всю эту хозяйственную шелуху, гладит, не гладит, убирает, не убирает, интересуется ли музыкой той или этой, ходит ли в консерваторию, это все равно будет вторично. Потому что вам нужна женщина, на которую вы сможете положиться и которой сможете довериться. Расслабился. Видишь, да, немножечко, немножечко, раскрепостился. Чуть-чуть. От себя добавлю, что у мужчин с таким гороскопом, как у вас, семейные отношения обычно скрепляет совместная собственность, совместная недвижимость, совместный бизнес, чего я вам, собственно, и желаю. И в новом году вообще. Платьишко где купила? Я сама шила? Да, конечно, сама. Всю ночь. Всю ночь. Молодец, Золушка наша. Да? Здесь дачок. Проходите, знакомьтесь с первой невестой. Привет, Илья. Меня зовут Екатерина. Здравствуйте. Я очень рада с тобой познакомиться. Очень приятно. Следующий год будет годом обезьяны, поэтому я дарю тебе вот эту пару. Желаю, чтобы ты нашел свою обезьянку. Спасибо большое. Спасибо. Екатерина, 29 лет. Владелица юридической фирмы. Мечтает создать проект по правам человека. Гордится своей популярностью в профессиональных кругах. Предупреждает, что возлюбленный должен повсюду ее сопровождать. Признается, что не сможет полюбить человека, который живет по графику. После очередного конфликта возлюбленная Екатерина потребовала от нее в срочном порядке освободить жилплощадь. Надеется, что Илья окажет ей поддержку. Здравствуйте, девочки. Это вы нам тоже мартышек принесли, это вам подарочки. Смотрите, это колокольчик, звенящий на Новый год. Он очень хорошо звенит, просто распаковать. Ой, мне очень нужен сейчас колокольчик. Только распаковать нужно, он хорошо звенит. Я поняла уже, да, я буду обязательно так вызывать мужа в Новый год из спальни. Платье, конечно, у нее не очень. Если честно, коровки не хватает. Да. А чем ваш возлюбленный-то провинился? Или вы перед ним, что он вас попросил освободить жилплощадь? Скандалы, конфликты возникли. У него были гастроли по Европе. Да, у него были гастроли. Он артист, очень долго гастролировал. И заработал 200 тысяч рублей. Да. Плохой, видать, артист. Если хороший артист, точно больше заработал. Ну да, он утаил от меня данный факт. Мне было очень обидно, потому что... А куда он их дел? Пропил? Нет, он не пропил, он помог своей сестре. Но мне, конечно же, очень хотелось, чтобы он все равно хотя бы как-то похвастался передо мной, как-то озвучил этот факт, чтобы я за него порадовалась. А ваш статус в этом союзе? Вы кто ему? Ну, мы совместно проживаем, то есть я... А как долго? Проживали, точнее. 5 лет. А замуж не позвал за эти 5 лет? Нет, замуж он меня не позвал, к сожалению. Позвала его я. А он что? Он отказался, ответил мне отказом. Мне на внешность, как вот девушке, не очень. Тебе как думаешь, никак. Она... Мне кажется, симпатичная. Думаешь, она не в его вкусе? Мне кажется, она какая-то слишком простенькая. Дим, тебе нравится? Говорю, что совсем не красивая. Может, приглядишься? Скажите, а статьи нет избивать своего любовника полотенцем? Нет, статьи такой нет. По телу. Статьи нет, такой побои, 116-й, но это только в том случае, если остались синяки, ссадины, ушибы. А вы всегда так решаете, да, свои проблемы? Взяли полотенчик, так накрутили на ручку. Чтобы синяки не оставались еще, да эта игра у них такая была эротическая. Проблемы можно решать по-разному. Это тоже один из способов решения проблемы. Что-то так, полотенцем. Ну, вас, в принципе, удручала, да, семейная жизнь? Вот как раз то, о чем говорил Илья. Вы гладили, стирали, убирали, готовили? Я... Это мне вопрос задан. Нет, я только работой занималась. Я развиваюсь все время. Меня... Я не осквернила свой круг домашней работой, да? Нет, ни в коем случае. Однажды все-таки случилось. Вы приготовили обед. Да, нет, не однажды. Почему однажды? И сказали ему. Я постоянно... Но вас это сильно раздражало. Ну, я приготовила обед, потому что я каждый вечер и каждый день его готовила. Я в тот период времени находилась как раз без работы. И я, естественно, каждый день занималась домашней работой. И в этот период я просто... Мне настолько стало жалко вот всех домохозяек, вот женщин, которые не работают. Это настолько ужасно. Это так нудно и монотонно, вот сидеть дома и каждый день что-то мести, скрести, крошить. Это такой труд огромный. Я лучше схожу, напишу там 5 исковых заявлений, там проведу 10 судебных процессов. Потом вы привыкли, что вас называли по имени, отчеству, да? Да-да-да, совершенно верно. Тем более мне это очень нравится. А интимная жизнь вас не раздражалась? Нет, ни в коем случае. Вообще отлично, замечательно, да. Да, ну, внешне, мне кажется, они вообще как-то друг другу не подходят. Да, вот я там же. И вы такая шалунья затейливая. Расскажите эту историю-то про повестку. Ну, естественно, так как я вообще отдаюсь работе, и потом уже начинаю мыслить через свой труд. Хорошо, что работе, а не на работе. Ну да, я повестку принесла ему, пригласила его на романтическое свидание. Суд? Не повестка из суда, судебная. Я работала в суде тот период. И пришли к нему домой? Ну, я ходила постоянно к нему, до этого мы пили чай, мне читал стихи. А у вас что-то под формой было? Какое-нибудь бельецо? Нет, у меня не форма, у меня было обычное... Плащ. И черные, да, очки, плащ, и больше ничего. Угу. Молодец. Ой, Катерина. А вы реально вот это вот... Меня представляешь, этот... Как они называются, эти... ну, кто забирает... Судебные приставы. Судебные приставы. На одной презентации. Представляешь, нашли... Тебя схватили? Да, прям пришли... Да, это правда. Я обалдела просто-напросто. А что хотели-то от тебя? А говорит, они говорят, месяц вас найти не можем. Я говорю, надо все, у меня все телефоны, говорю, вы не могли найти. Может, говорю, на презентацию хотели попасть. Это 50 тысяч хотели. Отдала? Которые я уже оплатила давно, понимаешь? И я к чему это говорю? К тому, что если бы ко мне еще один судебный пристав пришел бы, я бы не обрадовалась бы, я не знаю, у меня все бы опустилось бы, я бы вообще ничего бы не хотела бы. Вот как вот к мужчине прийти и принести ему свою повестку из суда? Ну, да, что за игрушки такие, а? Это не игрушка. У нас действительно очень много решений и приговоров выносятся заочно, потому что человека просто найти не могут. Вот как король прям сидит, нет, надо его встряхнуть. Да-да-да, что-то он расслабился. Я что, завернуть-то в бараний рог? Хотите быть стройными и привлекательными? Попробуйте диету Елены Малышевой. Здоровое питание и стройная фигура. Просто ешьте и худейте. А вот вы говорите, что вы в быту неприхотливы. Что вы имели в виду? Ну, я в том плане... Что, в общем-то, вот есть такие девушки, которые очень привередливы к своему избраннику. То есть ему вот прям нельзя шаг левый сделать, там, соль рассыпать, не дай бог, там, понимаете, да, вот в таких мелочах. То есть я к этому абсолютно нормально отношусь, пусть там хоть все солью усыпет, я ни в коем случае... Правильно, не буду... другой стороной скатерть так перевернули. Да, вот, да. Вы прям в яблочко. Плачки в одном неделю, другую ходите, правильно? Нет, в платье я хожу раз, потому что, Лариса, я думала, вот до такой степени. Вот нравится, Илья? Про змей-то говорил, который перешагиваешь дома. Там, кстати, змеи? У вас дом змей живут? Нет, у меня нет. У вас, похоже, скоро будут. Ой, ну знаете, Илья очень хорошее животное, или кто это там? Млекопитающее. Ну вот, млекопитающее. А, ну молоком кормит, да? Конечно. Вы что, не видели сиси у змеи, которая мешает ей иногда быстро ползти? Умные женщины, это, конечно, хорошо, но умные, они умные во всем, в том плане, в отношениях. Илья нравится? Илья, да, отличный молодой человек, мне очень понравился. Мужчина, какой молодой? А, не молодой уже, да? Ему 5 десяток. А, не молодой, ну ладно. Ну, вообще, по закону у нас граждане до 30 лет являются молодыми, поэтому вы правильно меня поправили, вот. А после 30 мы кто? Мы граждане кто? Они молодые. Не молодые граждане. Мне очень нравится возраст. А женщины после 27 лет уже антиквариат в нашей стране. Это очень обидно. А вот антиквариат, он очень дорогой. Ну, ей, конечно, нужен больше, мне кажется, мужчина такой, какой-то с мягким характером. Да. Илья, поскольку у нас в преддверии Нового года, я нарушаю традицию, обычные бонусы заменяю праздничными. Все, что угодно. Веселые истории новогодние, свидания наедине, семейные традиции или все вместе? Новогоднюю историю. Однажды я на Новый год купила белый-белый наряд. И под него нужно было одеть, ну, все белое под низ. И я решила все это прокипятить. Что белое? Ну все, весь наряд. Нижнее белье имеете в виду, что у вас нижнего белья не было, только черное? Ну вообще все полностью, там белье, вот это платье свое белое. И оно сгорело, представляете? Вот так вот. Ой, что врешь-то? Новый год. Как ты его кипятила? Налила воды и забыла, ушла, что ли? Офигеть, какая интересная история. А есть какой-нибудь сюрприз? Сюрприз у меня... Очень серьезным будет для нашего жениха. Шутки кончились, посмеялись, слава богу. Сейчас она теперь тебе повестку в суд принесет. Ну, если что, Лариса и ощущение, что он наблюдает спектакль, честно. Да. Уважаемые ведущие, уважаемые зрители, этот человек совершил кражу. Вот так и знала. Я была в одном из судов и увидела сама документы, подтверждающие это. И сейчас придет следователь, который этого человека просто соберет. Уважаемый, прошу руки. Такой настоящий милиционер, я бы сказала. Приговор именем Российской Федерации. Районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Собакиной при секретаре Косточкине, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело номер 2 по ходатайству прокурора, приговорил признать нашего уважаемого гражданина виновником в совершении кражи. Бедный чувак, у него глаза квадратные. Он реально думает, мы что-нибудь нашли. Ой, какая волшебница пришла. Знаешь, ты действительно совершил кражу. Но только кражу моего сердца. Ой, я тебя сейчас освобожу. Как это мило. Сначала это инсульт получить, а потом обратно. Не то украл. Ах, затейница. И чайковский тебе тут, и щелкунчик. Вот так, кис-кис заела. Все, теперь навсегда. Кошмар. В общем, это... Да. Что это за подарок? Я не понимаю, что... То есть, она подарила ему свое сердце, обвинив его, что он его украл. Да. Это вы так шалите на своих корпоративах там, да? А ты чего его не к себе приковала? Опять ему наручники одела. Вот чудная, а? Спасибо. Ой, девочки, забирайте. Дайте я его расколдую. Иди сюда. А русскую заколдую, дайте мне волшебную палочку. Давай я сниму. Спасибо, девочки, проходите. Ой, какая смешная. Илья. Ну, я знаю, что в Америке еще все более наивно, когда вы там собираетесь у вас. А давайте сегодня будем все рассказывать о себе какую-то правду. И вот хихикая, взрослые люди сидят и по очереди рассказывают про себя какие-то тайны. А я по ночам ем. Открываю холодильник и целый йогурт могу съесть в такую баночку. Вот всякие глупости. Поэтому это вот как раз... Она что, Америка, что ли? Нет, ну это привычно. Коронки, платьишки. Какой кошмар. Нет? Я восхищен фантазией сюрприза. Да что вы, конечно. Я просто в восторге. Слушайте, как вы вежливы. Я даже вам верю. Как он тебя? Вообще классный, очень хороший. Нормально. Вообще очень интересный. Да, да. Тебе понравилась девушка? Нет. Нет? А мне понравилась веселуха, открытая, смелая. Очень легко с ней было существовать в диалоге. Нет, она мне очень понравилась. Что, представляешь, вот так вот ты сидишь с гостями, раз, тебе стук в дверь, приходит к себе вот этот вот товарищ. Такой и говорит, вот... а ну-ка, Лариска, наручники. Я ничего так, он так не умеет, а ты так красиво умеешь. А так, знаешь, душа в пятке, да? Нет, очень... Зачем такой сюрприз? Очень не надо. Нежный, уж лучше принесла пожрать чего-нибудь. Пирожок какой-нибудь. Это что за ерундистика такая? Новый год у нас. Ой, ну раз она там привыкла, у себя там вечно сидит. Если ее преследовали приставы, значит, все такие плохие. Юристы и все остальные. У них, видимо, негатив скрытый к юристам. Я ей лично дала бы совет следующий. Замечательно, конечно, с мужчиной судиться, вызывать полицию, милицию, наручники. Но есть такой понятие, как досудебное соглашение. Вот ей с ее мужчинами, когда она по-настоящему будет с ними конфликтовать, вот лучше не доводить до рукоприкладства, до драки полотенцами или чем-то там еще, а вот лучше все в досудебном порядке решать. То есть ей нужно уметь останавливаться, не доводить до конфликта. Если она научится это делать, ну, уже будет взрослый. Да, лучше не доводить, я согласна. Просто сами виноваты, сами доводят. У вас есть вторая невеста, проходите. Здравствуй, Илюша. Здравствуйте. Как ты заметил, у меня высокий рост. Я надеюсь, ты не боишься высоких девушек? Нет. Прекрасно, я рада. Ну что, пройдем? Анна, 28 лет. Менеджер проектов в стартап-компании. Гордится тем, что самостоятельно справилась с тяжелым недугом. Мечтает выучиться на астролога. Предупреждает, что одержима правильным питанием. Признается, что рост партнера для нее имеет значение. Анна простила многочисленные измены возлюбленному и дала ему шанс начать все сначала, но он им не воспользовался. Надеется, что Илья нацелен на серьезные отношения. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Принесли волшебную отравленную рыбку. Пробуйте сначала сами. Я сейчас проверю. Молодец, хоть поесть принесла под Новый год. Это имеет отношение к здоровому питанию, я так поняла. Сама готовила? На самом деле это относится к традиционной кухне, просто новогодней. Но я сама... Кто готовил? Мне помогали готовить. Чурник мне не хвост. Мне ближе в голове второй кусочек. Мало того, что астролог, так она еще и кулинар. Анечка, а почему ваш возлюбленный вам изменял? Вы ему отказывали в близости? Нет, не отказывала. Дело в том, что... Мы с ним познакомились в моем родном городе, мы были оба с одного города. Все было замечательно, первый год. Ну, так мне казалось, возможно, я чего-то не замечала. Но спустя год начались какие-то сообщения, я начала замечать какие-то смс. От него звонки, или на его телефон? На его телефон. А вы читали? Дело в том, что я, в принципе, не люблю залазить. Даже когда это мой родной человек, да, в его личную жизнь, все равно у каждого должен быть свой личный уголочек. Вот, и, соответственно... Ладно, телефон упал, открылась. Он пошел в ванную. Ну, я, может быть, хотела ему отнести в ванную, но немножко не донесла. Чуть-чуть заглянула одним глазком, и так вышло, что именно в этот момент пришла не та смс, которая скучает по нему, вот, и не понимает, куда он делся. Вот. И, соответственно, произошел серьезный разговор. С моей стороны было много слез, да, я попыталась позвонить на этот телефон, в общем... Со мной на, на той стороне не захотели разговаривать. В общем, он тоже не захотел это никак пояснять, просто там, извини, это ничего вообще, это ничего не значит. Я как бы просто так вот общалась с этим человеком, ничего не было. Слушай, тут, мне кажется, вообще задерживаться дома не будет. Только так гулять. А, наверное, сейчас просто кушает. Понимаешь, что бы ни было, что первая девушка, что вторая, какие-то жесткие. Но вместе не жили? Мы жили вместе. Да, мы жили уже вместе. На его территории? На его, мы в его квартире жили, да. Хотя при этом параллельно я оплачивала свою съемную квартиру. И... В общем, поругались мы, слово за слово, и на один день, буквально один день я уехала. На следующее утро он начал писать, мы помирились, я пришла домой, вернулась в квартиру, и чувствую, что, значит, в квартире у него два друга, как-то они там шуршат, все ходят, что-то прибирают. Я чувствую, что что-то было накануне, но я не подала виду. Дальше... Уже дело к вечеру. Я пошла ложиться спать, он еще в зале там смотрел телевизор, вот, и я смотрю на кровати, на белье такие длинные женские волосы, не моего цвета совершенно, вот. А дело в том, что он еще такой молодой человек, что изначально, когда мы с ним познакомились, я знала, что ему нравятся девушки, блондинки среднего роста, с формами, совершенно мой антипод, не такие, как я. Я не перестаю восхищаться девушкой, она очень сильная, потому что пришла и свою боль действительно открыла миллионам. В общем, вы, да, замечательный психолог, включили дурочку, да, и начала... стали его провоцировать на правду. Да, начала, расскажи мне, да ничего страшного, ничего такого, все нормально. Ну, мы и в общем, он повелся, да, мы все люди, он повелся, он мне все рассказал, и при этом он сказал, что, ну ты не переживай, у меня даже не было оргазма. В общем, видимо, он пытался меня убедить тем самым, что... Успокоить. Да, это не измена. И, собственно, после этого у меня был очень сильный срыв, я похудела очень сильно, вот. И после этого... А он не стал вас обвинять? Ты же сама сказала, что ничего особенного, чтобы я рассказал правду. Ну нет, вот конечно, он понял, что я его словила. Нет. Расстались же... после этого? Нет, ну мы... Простили? Да. Ну понимали, что в ваших отношениях будущего-то нет? Да, наверное, я начала это понимать где-то внутри, где-то подсознательно, да, Илья нравится? Не хотела осознавать. Да, Илья мне изначально понравился именно своей какой-то выдержанностью, именно тем, что он выглядит очень воспитанным, элегантным молодым человеком. Ты умеешь прощать? Но мера должна быть всегда. Все всегда прощать, быть совсем добрым тоже нельзя. Чего на вашем столе никогда не будет, не бывает? На моем столе, когда я одна, не будет и не бывает никогда мяса, яиц, рыбы, морепродукт. И плюс... Вы хорошо себя чувствуете, у вас очень здоровый вид. Спасибо вам большое. Вы москвичка, что у вас приданным-то? Я не москвичка. Приданное у меня в двух частях России. У меня на Волге дом и трехкомнатная квартира, и в Воронежской области квартира, однокомнатная и дом. А живете вы в Москве? А живу я в Москве, да, но я собираюсь к весне покупать здесь тоже. Хочу вот домик с... Ну, в общем, в квартире жить мне не очень нравится, хотя я снимаю квартиру в центре, да. Мое предложение в силе, по-прежнему бонусы новогодние, праздничные. Все, что хотите. Свидание. Каждый раз, когда я слышу про веганов или людей, которые себя принципиально ограничивают, я потом такое удовольствие от пищи получаю. Да, я думаю, какая же я счастливая, что могу себя не ограничивать. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. У вас такое знакомое лицо, мне ощущение, что мы где-то встречались. Возможно, давайте посмотрим, возможно, во сне. Я не знаю. Нет, на самом деле, я так-то много консерваторию не посещаю. А вы посещаете? Да. Но вы же психолог, да? Да. И психолог, и философ, и астролог. Я очень разносторонняя личность. Значит, вы много видите в вашем воображении? Да. Может быть, тот факт, что мы где-то виделись, может, это было в каких-то других сферах или других... Возможно. Ой, а вы, смотрю, в этом разбираетесь тоже, да? Я не особо разбираюсь, но я не так давно начал заниматься йогой. У меня, у меня начались очень яркие сны. Илья, вам нравится? Он сразу нам понравился. Да, нам сразу понравился, мы обсуждали. А ничего, что 42 года, не мальчик? Ну, знаете, я считаю, что это ничего такого, лучше 42 и воспитанные, культурные, чем 31 и 35 гулящие. А материальный достаток важен или нет? Материальный достаток, как у человека, должно что-то быть за спиной. Ну, посмотрите, он не бедный человек. Илюшенька! Не, ну, Анька понравилась, я так понимаю. Давай оставь уже в покое американцев. Заблестели глазки, когда он... В Россию вернулся. Пацан, слушайте, что она ему чисто даже не в службу, а в дружбу. Пусть она ему там порассказывает. Без слез, как говорится. Разок. Убудет, что ли? Чисто по-человечески. Я люблю тебя, Россия. Направление. Новый год как-никак. Грустно что-то пришла. Нет, да, нет. Только не плачьте, умоляю. Я задумчива немного. А сюрприз? Сюрприз. Сюрприз, да. Илья, можно вас пригласить на сцену? У меня для вас сюрприз. Мне кажется, все, что нужно, они уже обсудили, да. Супер. Нюх и хачи только на. Вы мне расскажите, как? Ну, во-первых, в танце самое важное — это осанка и связь. Да, между нами должна быть рамка. Это как в отношениях, она не слишком близко, и мы все время друг от друга отталкиваемся. Да? Давайте вертите уже это. Ко мне? Да-да. Да, 3 шажка. А. Вот. Вот и сальса. А, да? Да, вот это базовый шаг. И вы уже его освоили. Слушай, ну тут в глаза я смотрю, уже связь, конечно, пошла. А сейчас мы сделаем поддержку. Молодец. Молодец. Так. Теперь разворот в другую сторону. Смотри, вот любят мужики учить, а? Сейчас вот покажу. Все. Готов. Илюха такой секси, наш пацан. Не отдадим Америке. Спасибо. Спасибо большое. Какой молодец. Спасибо. Ой. Все, Анечка, время истекло. Да, спасибо большое. Уходите в свою комнату. Глаза горят. Так бы и продолжал танцевать. Наручники или холодец? Пап, так попробуй, вот, чтобы я видела. Ну-ка, давай, проглоти, чтобы я видела. А что, у нас нельзя так, как говорится, уважить? Ну, ваш. Российская гостеприимность, конечно. Вот. Вот. Молодец. А как вам Аня? Анна – это таинственный человек, очень интересный, с которым хочется все время больше и больше общаться, у которого свой неординарный взгляд на все вещи, о которых мы говорили о очень многих вещах. Потом она внешне очаровательная, высокая, статная. А внешне она очаровательная, внешне это, конечно, чудо света, можно сказать. Вот, но вот та энергия, которая у нас даже вот в танце, которая была видна, она очень, очень важна. Ну, видишь, все хорошо. Я думаю, он наш. В ее гороскопе Марс Тельцовский в Тау-квадрате с Плутоном и Венерой. Она с мужчиной-тельцом способна на настоящую страсть. Поэтому не знаю, что по поводу продолжения, конечно, время покажет, но ваш союз может быть как минимум очень страстным романом. Поэтому не просто мне она понравилась мне для вас. Правильно говорить, правильно. Спасибо большое. Ну, третья невеста может быть еще лучше, поэтому быстрее проходите, знакомьтесь. Илья, здравствуй. Меня зовут Мила. И я не буду надевать на тебя наручники. Я уверена, что свой выбор ты сделаешь сам. Ведь всем руководят чувства. Пойдем. Очень приятно. Мила, 26 лет. Менеджер по развитию фитнес-индустрии. Мечтает построить фамильный замок в Праге. Гордится тем, что из деревенской девушки превратилась в столичную барышню. Признается, что смотрит мелодрамы на ночь. Предупреждает, что ее нужно укладывать спать. Узнав о беременности, Мила поспешила выйти замуж, но даже со штампом в паспорте чувствовала себя матерью-одиночкой. Надеется, что Илья – ответственный мужчина. Вы очень похожи на Настю Каменских из дуэта «Потап и Настя». Говорили, наверное, вам уже, да? Да, слышала. Поэтому мне трудно вас представить деревенской девушкой с коромыслом. Расскажите, как вот произошло это чудное превращение из деревенской барышни в столичную штучку? Да, это именно так. Я очень много лет с рождения прожила в деревне. Я доила коров, пасла гусей, кур. А где все это происходило? Это происходило в Сибири, в глубинке, в деревне, рядом с городом Новокузнецком. Угу. А в Москву что? А в Москву приехала добиваться своих целей, достигать своих целей, исполнять свои мечты. И этот город позволяет мне это делать. Сколько вам было лет? 24. А, то есть ребенок и первое замужество это случилось? Да, именно так. Я в 18 лет безумно влюбилась в молодого человека. И это была моя первая любовь. Вот. В 19 я родила. прелестную дочку, но я хотела семью, действительно была счастлива, что вот она у меня появилась. Но оказалось, что нет. Ему не нужна была семья, я это видела по факту. Но на 19 она не выглядит. Да, так выглядит, да? Мне кажется, выглядит прям вообще, я бы дала 19-20. Ну, в общем, у вас не сложилось с вашим мужчиной, и вы приехали в Москву? В Москву я уехала, когда дочке было 5 лет. А с кем оставили девочку? С мамой, с бабушкой. Сколько лет назад? 2 года назад. То есть сейчас девочке 7 лет? Да, сейчас девочке 7 лет. Вы ее она уже сейчас с вами? Да, она пошла в 1 класс, пошла в 1 класс здесь, в Москве, да, все. Где вы живете здесь? В центре. Снимаете квартиру? Да. А работаете? Работаю в фитнес-индустрии. Не горят глаза. Да? Ну, он как-то более заинтересованно смотрел. Да. Да, сейчас интересно, но не горят. Это как тебя надо спать укладывать? Ой, спать укладывать это сложно. Именно потому, что очень много дел, я постоянно кручусь. Мне нужно просто брать за руку, класть на мягкую постель, укутывать в теплый плед, на мягкую подушку. Муж должен брать вас на руки, как вот ребеночка принести в постель, уложить, тогда вы засыпаете. Но я говорила, брать не на руки, а брать за руку. Я так понимаю, что речь о другом. Столько дел, что обычно вы ложитесь под утро. Самостоятельно, Василиса, и такое, да? Бывает. На самом деле, ну, у меня ситуация так обязывает быть постоянно на работе. Потому что если не вы, то кто? Я немного подустала. Если честно, она как-то очень скомканно говорит по поводу своей... Вот. Ну, я вот не понимаю, да, что я постоянно тоже на работе, что она делает. Целостной истории я не услышала. То есть, получается так, то, что она заменила полностью всю свою жизнь вот, рабочим моментом. Что хотите от брака? Я, наверное... Ту самую семью, которую, тот самый семейный очаг, который мне так и не удалось зажечь в моей жизни. Хочу, чтобы он зажегся и остался, и пылал всегда. Все в силе предложение по поводу бонусов праздничных. Я забыл, какой был третий вариант. Традиции мы еще тут не рассматривали новогодние, кстати. Замечательная идея, расскажите. Есть семейные традиции? Семейные традиции. Да, у нас есть одна замечательная семейная традиция. Новогодняя? Новогодняя, да, именно так. Есть новогодняя традиция. Мы верим в сказку и волшебство. И поэтому в нашей семье принято съедать ровно в 12 ночи 12 виноградинок и загадывать желания. А у меня грустная история с этим виноградом. Почему? Да у меня друг приехал, по-моему, в том году из Италии, говорит, это... Говорит, представляешь, такая хорошая традиция. А это итальянская как раз традиция. Нет, да, я знаю. 12 раз я все приготовила. Да только виноград с косточками оказался. Понимаешь? И он умер? Нет, я чуть не умерла. Почему? Потому что косточки прожевывать очень сложно. Виноград надо выбирать, если вы делаете без косточек. А если желание сбылось? Да, конечно. Волшебный виноград. Вы рассказываете, рассказывайте. Слушайте, откуда же в вашей деревне виноград? Это, ну, это новогодняя традиция уже столичная. Я бы как болтаю, быстренько умяли. Я бы тоже поела. Мою рыбку. Бери 12, ну и давайте инструкцию, что вы делаете-то? Какая традиция-то? Да, нужно съесть несколько виноградинок. Надо бой курантов, когда мама желание. Ну, самое главное, представьте, что сейчас бьют куранты. Да. Мы съели по 12 виноградинок. И просто есть или говорить? Загадали желание. Загадал желание, Илья? А ты прям все нужно вот загадать желание. По одной надо, Илюш. Я все сразу съел, прошу. Нет, так не надо, надо по одной. Сделал. Прям по одной. Ну вот, и бой курантов раз, и быстренько в рот кидаешь. Все, переделываю все. Слушай, а надо желание? И после этого нужно обязательно прикоснуться к незнакомому или новому человеку рядом с тобой. И тогда желание непременно сбудется. Просто, мне кажется, Илюша голодный, поэтому он сразу съел. Самое главное, это загадал желание? Загадал. Отлично. Да, держи ее. Спасибо. Спасибо. А сюрприз? Мила? Да, конечно, с удовольствием. Показывайте. Илья, пойдем со мной. Что у меня с туфлями? А потом смотрим. Нет, что у меня там сзади какие-то банты на туфлях. Бантики. Я специально для тебя написала несколько строк. Я расскажу тебе о том, каким уютным будет дом, в котором будем ты и я, наши родные и друзья. Там будет громкий детский смех и в каждом новом дне успех. В сердцах любовь, в глазах огонь. И мы с тобой ладонь в ладонь. Большая плюшевая радость, что принесет любую сладость. Он будет очень щедрым мишкой. Вот этот серый шелунишка. Открывай смело. И я хочу, чтобы где-то Новый год свете, тебя укутал от невзгод. Там, где всегда что там, памперс? Нет, то, что трусики, трусишки. Что, памперсы? Всегда тебя хранили слова с любовью из Сибири. Мимо плывут столетия. Спасибо. А, майка. Девочки, ну что, это трусишки, паспорт. Мишанька, привет. Смотри, мелодику тоже Мишка. Первоканального. Моя мечта. Всего моего детства, чтобы выросла вместе со мной моя игрушка. Именно так и случилось. И за это время он стал русским мишкой. И смотри, он принес тебе новогодний подарок. Это русский традиционный салат оливье. Оливье! Да. Ура! Спасибо. Давай сюда! Спасибо, Мишка. Сейчас девчонки отнимут у него оливье, 100%. Мила, спасибо вам. Спасибо. Проходите в комнату. Оливье, а ложки да, нет. Это настоящий, это есть. Илюшенька, это есть можно. Илья. Но она секси. Да? Не только секси, но это некий натуральный сибирский продукт без всяких добавок. Он сегодня весь в растерянности, да. Я рада, что он сразу почувствовал мою сибирскую душу. Вы сегодня легкая добыча. Вас голыми руками. Пельмени приготовил, сплясал он там к водке, махнул 100 грамм. Краковяк в присядку на столе. И никаких слез после сядка. Сплошной хохот. И все, и вы готовенькие. Легко быть простой добычей, когда живешь в России и видишь столько прекрасных женщин. Если бы раньше пришла бы на сайт двоеточка.тв, вот не было бы такой сейчас бы жизни-то. Прихорошенькая, но мы увидели здесь только ее солнце во льве, ее яркую натуру. Она действительно постаралась казаться естественной, хотя, в общем, это такой, скажем, парадный образ, повседневный образ может быть немножко другим. Но луна Тельцовская в 12-м доме и в такой там хитрой, закрученной конфигурации мне говорит, что все равно она тащит с собой семейную программу довольно простой жизни, когда женщина где-то подчиняется мужчине, уступает ему, когда женщина занимается много хозяйством, ей придется много этим хозяйством заниматься. Я считаю, что это неплохо. Вас очень многое с ней роднит. В общем, ее можно рассматривать. Но это потому, что это семейное, от этого никуда не уйдешь. Кто вам понравился? Больше всех. Фуф, если бы я точно знал ответ на этот вопрос, если бы я точно знал, что я все правильно делаю с женским полом, то, наверное, меня бы здесь не было. Я давно бы был женат и с детьми, поэтому все, что я говорю, может быть неправильно, но не все настолько разные. Все да, настолько, абсолютно. Это абсолютно подборка разных людей, что да. Очень сложно. Психотипы, абсолютно, да. Екатерина лукавая, озорная, умная, с юмором, все понимает, где она, зачем она. Она хорошая подруга и хороший партнер. Анна нежная и страстная, в то же время сексуальная, красавица. Вы станцевали с ней. Она хороший партнер, она вас чувствует, она вас слышит, все. Мила. У Милы судьба провинциальной девушки, которая должна приехать, покорить, завоевать. Она заточена немножко на другое. Понимаете? Я бы, наверное, к Анне вам советовала. Илюш, вообще хорошая жена – это залог мужского долголетия. Поэтому жениться надо прямо вчера. Но хорошо сегодня. Кого рекомендовать? Я бы рекомендовала Милу. Почему? Вот это тот случай, когда надо брать девушку с детьми. Особенно для родителей. Мне кажется, что это очевидно. Я просто не ожидала. Мне тоже, кстати. Но она сидела, мотала на ус все это время, да. А теперь выдала, понимаешь? Редко удается у нас в программе получить полный комплект гороскопический, так, чтобы совместимость была идеальной. С Анной, как я уже сказала, эротически и с точки зрения взаимного интереса мужско-женского может все сложиться. С Милой вы в бытовом плане, в хозяйственном способны хорошо сходиться. Вам отдыхать вместе приятно и удобно будет. Но именно с Милой вы способны высекать искры и конфликтовать в том, что касается поля для деятельности профессионального. То есть как личностям вам вместе с ней будет сложновато. Поскольку больше совместимости и меньше конфликтов именно с Анной, я бы, наверное, рекомендовала ее. Слушайте себя, свое сердце, оно вас точно приведет туда, куда надо. Мы в любом случае вас поддержим. Проходите. И вы будете, а она будет вам постукивать и говорить: так, не надо, горло не надо, опусти, а теперь опусти немножко, да. И открыто говорит: не я хочу тебя, а я хочу тебя. Я предлагаю всем выйти и поддержать Илью. Очень неожиданно. Очень неожиданно. Почему? Но я очень рада, почему? Что ты оценил. Мне показалось, что у нас была самая лучшая связь. Мы как-то лучше всего контактируем. У нас есть пара Илья и Екатерина. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: давай поженимся. Удачи, рада за вас. Спасибо.